Это утро наложило на радужные детские книжки след большой беды, след Гарри и пожарного сапога. Пепелище и обугленные деревянные доски несколько часов назад были домом. Накануне вечером в гости к прабабушке Галине Матюшковой и ее маме приехала вся большая семья. Дочка и две маленькие внучки. Они не знали, что больше не проснутся. Ну, 5:30 я шла, ничего не было. Все было спокойно, тихо. Обычно, когда вот тот дом горел, запах был. А это не запах, ничего не было. Пламя вспыхнуло в 7:30 утра. На место тут же выехали пожарные. Пробраться к дому по маленькому проулку оказалось невозможно. Специалисты потянули рукава через дачные массивы. Огонь, предположительно, вспыхнул около входной двери. И те, кто был в доме, оказались заложниками ситуации. Выбраться через окно не удалось. Не пустили кованые решетки. Специалисты потушили пожар в течение получаса. Во время разбора завалов открылись страшные подробности происшествия. При разборке сгоревшего дома на месте пожара обнаружено 5 погибших. 3 взрослых, 2 детей. Да, у нас 5 человек на пожаре, не было погибших несколько лет. Большая трагедия. Внучка где-то с детьми жила. Вот уж как их сюда Бог привел, прям вместе всем погибнуть. Одной из погибших было 3 года, другой 10. Они с мамой часто приходили в гости к бабушкам помочь по хозяйству. И в этот роковой вечер они легли спать в одной единственной комнате. Соседи уверены, родственники задохнулись. Печка, ну, голанка стояла. Голанка прям вот так, заходишь, голанка стоит. Потом, значит, за голанкой у них стояла эта кровать. Тут вот у них столик такой небольшой. Потом сервант стоял, в углу телевизор. Это вот как я знаю. Пожарные сразу отвергают версию о неполадках с печкой. Ее не разжигали. Внутри голанки нашли целую бумагу и полено. Точную причину эксперты назовут через несколько дней, а пока проводятся исследования. Полицейские устанавливают родственников погибших. Стало известно, что один из членов семьи выжил. Вместе с мамой и сестрами в гости не пошел их старший брат.